Всем привет-привет! Сегодня я хотела бы рассказать о своем небольшом заказике с сайта El Corazon, в интернет-магазине El Corazon. И для тех, кто любит стемпинг, всех приглашаю. Давно очень я хотела заказать там хорошие плитки для стемпинга и хороший штампик. Вот, и у меня давно там уже корзина была забита, но когда я увидела, что там появилась знаменитая штука, которая розовая, как она называется, розовая штучка вокруг ногтей, которую одним движением можно убрать все лишние, весь лишний лак, благодаря которой штучке, я когда увидела, что она появилась у них на сайте, я, конечно же, сразу же сделала там заказ. Только из-за нее, потому что те, кто в Инстаграме смотрит на вот эти все многочисленные маникюры, которые девочки выкладывают, почти у каждой есть эта штука. Вот, но мне она пришла зеленая. Значит, вот пришло все в такой вот коробочке, как всегда, из магазина El Corazon. И вот она, знаменитая штука. Она бывает у них там и розовая, и голубая, и зеленая. Вот у меня в наличии, когда я заказывала, была, осталась только зеленая, потому что ее расхватали там просто моментально. Называется это защитное средство для кутикулы SD03. Вот. Значит, написано: нанесите средство на кутикулу, подождите 1 минуту, можете делать маникюр или стемпинг. После окончания просто потяните за краешек, и она снимется пленочка. Действительно, это так и есть. Значит, здесь идет просто обычная кисточка, как на любом лаке. И она, конечно, убойно воняет нашатырем. Нашатырным спиртом просто очень. Когда нюхаешь, просто как будто тебя это пытаются в чувство привести. У меня просто такое было один раз, я чуть в обморок не грохнулась, когда кровь сдавала. И меня нашатырем долго отытывали, приводили в чувство. Вот точно такой же аромат. В общем, я уже эту штучку не один раз пробовала. Она довольно быстро засыхает и действительно снимается пленочкой. Единственный ее минус, она цепляется, вот когда наносишь ее на все, во всех ногтях, вот один за один цепляешь ее, и она приклеивается и снимается сама по себе. То есть нужно как-то это все приноровиться. В общем, я еще пока не могу приноровиться к этому, но, конечно, вещь классная. Я еще хочу попробовать водный маникюр. Если у меня получится, ставлю картиночку. Потому что со стемпингом я пока не могу подружиться никак. У меня, наверное, руки не с того места растут, потому что уже с этими плитками я и то не могу подружиться. В общем, заказала я 2 плиточки. Вот в очень такой красивой упаковочке они идут. Одну я заказала Monroe. Долго выбирала я там, какие там есть рисунки. Рисунков там очень-очень много. Когда я делала заказ, а их было не так много, сейчас я знаю, их привезли еще больше. В общем, они идут на такой плотной пластиковой основе. У меня эта плитка
0,6, по-моему, да. Вот такие вот тут идут рисуночки. Она, по-моему, какой-то морской темы идет, раз девушка такая морская, да, тут, наверное, получается морская тема. Тут разные, тут волны, завитушки. Вот, разные. Если я все-таки подружусь, я вставлю картиночку где-нибудь здесь, как у меня получается, потому что пока я делала 2 раза, у меня получается не очень. Хотя я специально для стемпинга заказала и лак там. Вот такой вот лак я заказала. Краска для стемпинга, для дизайна ногтей NS02 в белом оттенке. Вот так, ну, вообще, так как обычно, лак для ногтей белых. Я не заметила, честно говоря, какого-то отличия от обычного белого лака. Пахнет он точно так же, как лак. И я считаю, что это обычный лак. Он, кстати, даже не такой густой. Я когда-то заказывала с AliExpress, по-моему, 2 лака для стемпинга. Вот те были гуще. У меня, кстати, розовый и черный еще есть, но они уже, по-моему, высохли. Давно-давно я заказывала. И я заказывала также штампик там с AliExpress. Вот этот обычный маленький розовый резиновый. Он вообще ни о чем. И я не смогла с ним подружиться. Вот такой вот очень красивые рисуночки. Я надеюсь, что все-таки я смогу их освоить, потому что пока у меня даже времени толком нет подружиться с ними. Вот такая вот штучка еще шла к этому штампику. Это вот такая вот карточка, которую нужно снимать излишки лака. То есть здесь, ну, все знают, как проводится стемпинг, значит, здесь наносится лак, потом снимается излишек, потом вот это берется на штампик. Сам штампик я хотела заказать квадратный. Конечно, я хотела заказать квадратный, то есть вот такой вот, который более удобный нанесение. Но не было его в наличии, поэтому я заказала вот такой вот двусторонний. Здесь идет маленькая такая штучка. И здесь уже побольше. Мне понравилось вот это вот само... подушечка стемпинга, она идет какая-то силиконовая, то есть как бы интересно, как аж липнет к ней палец. Она совершенно не из того материала, как у меня с AliExpress сделан, там обычная резина какая-то. Ну, единственное, вот эта штука у меня постоянно выпадает, вот ее нужно вставлять туда. Ну, удобно, что есть и маленькая, то есть для маленького рисуночка, и большая. Но, опять же, повторюсь, у меня руки не с того места растут, я не могу с этим никак подружиться. Я освоюсь. Это, кстати, тоже высовывается, она такая очень приятная на ощупь, силиконовая, как, знаете, лизуны делали, лизуны в детстве у нас такие были, вот наподобие по ощущениям такая же. Такая вот классная вещь, отпружинивается у нее от нее пальчик, и, в общем, вот этой вот краску нужно наносить, лак надо наносить вот так вот. И переносить все это на ноготь. Но у меня то съезжает почему-то, то половина нанесется, половина нет. То есть как бы не весь рисунок наносится, а только половина, например. Я не знаю, почему так происходит. То ли у меня, я говорю, руки из того места растут. И последнее, что я заказала, это было вот в такой вот упаковочке, самой обычной. Это был вот такой вот кругленький, точно такой же, как с AliExpress. У меня куча штампов таких. Но это уже Conat, настоящий Conat. Не подделка с AliExpress, а Conat. Вот тут есть вот такая вот сайт www.conat.com. И я взяла его из-за вот этих вот цветочков, потому что на той большой плитке там одни волны и рисунки, а здесь есть цветочки. Вот мне цветочки вот эти понравились. Потом ромбики, буковки и кружочки. Ну, вообще интересная такая плиточка. Но, опять же, говорю, я какая-то ненормальная, в общем. М100, кстати, это М100 Conat вот здесь написано. Такая вот она очень красивая. Ну, в общем, я надеюсь, что я с ними подружусь. Если я с ними подружусь, я обязательно вставлю картиночку, как у меня получилось, или, может быть, даже видео. Ну, видео навряд ли. Вот такой вот у меня был заказ. И мне в подарок положили вот такую вот... Как это называется? Вот такую вот пилку. Но она просто убойная, я не знаю. У меня такой пилки для ногтей никогда не было. Это профессиональная пилка, она называется Grid 80. 80 на 80, made in Korea. Здесь идет El Corazon написано. Она очень грубая.
То есть у нее очень толстые такие шлифовочные грани. Я не знаю, она похожа на те, которые делают для пяток на ноги. Вот, точно такая же она. Я не знаю, для чего используются такие грубые пилки. И почему именно ее мне положили. Я, кстати, обрадовалась сначала, когда увидела, я обрадовалась, о, пилочка, у меня как раз пилки все уже подтупливаются, и думала, будет новая пилка. Я, кстати, ее тут пробовала даже что-то пилить, но она очень-очень такая грубая, я не знаю. Мне как бы жалко своих ногтей, мне кажется, что они в хлам просто распиливаются от такой пилки. Может быть, я что-то не понимаю, конечно, но у меня такой грубой еще не было никогда для ногтей. Вот этот у меня заказик получился, вышел на 1930 рублей с доставкой 250 рублей. Вот. Ну, в целом я заказиком осталась довольна. Ну, конечно, надеюсь, я смогу подружиться и вставлю вам все-таки картиночки, что у меня получится и получится вообще. Пробовала я, кстати, вот с этим лаком от Wet n Wild и вот с этой вот краской делала стемпинг. В целом было неплохо, но коряво, коряво. Кое-где проплешины были, кое-где съехала. В общем, пока я не стала это вставлять, потому что мне пока не понравился результат. Надеюсь, что у меня получится лучше, и тогда я уже вставлю фотографию. Ну, вот такой вот у меня был заказик. Всем советую зайти на этот сайт, посмотреть, особенно тем, кто любит стемпинг. Там, конечно, по крайней мере, там человеческие цены на эти плитки. Сейчас у них вообще, по-моему, акция по 360 рублей, что ли, такая плитка. Я брала по 450, по-моему, за плитку. Ну, вот такой вот у меня был заказик. Спасибо всем большое за внимание. Внизу я оставлю ссылочки на все продукты, которые я брала. Напишите, знаете ли вы какие-то секреты стемпинга, может быть, которые не знаю я, и можете вы его делать или нет. А мне будет интересно узнать об этом. Спасибо всем большое за внимание. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.